Вот такая картина у меня в моих угодьях, где фотоохочусь. Ну, двух косуль я видел, ищут где. Не все сгорело, почки объедают, ходят. Одного сигалетка видел и рогача заснять не получилось, только убежали. Потом поеду, попробую после обеда на вороне. Съезжу фотоловушки, погляжу, сплавились, не сплавились. Там вроде основной пожар был, где камеры стоят. Так что вот такие дела у нас. Дерев пробует на горелом атаковать. Иду-то я как раз ток поискать. Прям рано-рано утром мне лень было встать. Я, наверное, раза 4 будильники переставлял. Потом все-таки я себя заставил. Сейчас травка зеленая быстро поднимется. Косули в поисках корма. У этого прям рога здоровые, я скажу. Все выгорело. Там вот ловушка у меня на пчел. Маленько не сгорела, оказывается. Как раз вот левая береза вон докуда, а там до ловушки только. Дерево, на которое пчелы прям сами летят. Прошлый год, по-моему, только не прилетели. У меня что-то с ними пока дружба не идет. Но мы тренируемся. Пойдут почки есть. Еще два сигалетка, козлика. Пытаются искать еду. Есть он, где кусты полностью погибли. Все обгорели, все почки, все. Тут, видимо, самая гуща событий была. И так вот туда, не знаю, вот мне сейчас было видно. Бугорок я переходил. Километра на полтора точно вот эти кусты болота выгорело. Можно что-нибудь в кустах зато искать ходить. Рога, еще что-нибудь найти. Может, не рога, может, даже мясо жареное, если повезет. Горело в пятницу, сегодня воскресенье. И до этого горело кустами, когда у нас заросло лет, наверное, с десяток назад. Одна пустыня теперь, травы было выше колена. Теперь вот такие обзорчики. Скоро все зазеленеет, то что косуля движется,
Может быть, не вся мимо уйдет. Где-то поди все равно тормознет. Идет пока вся в одно направление. Наверное, она считает, что там не сгорело, куда она движется. Это тетерева впереди еще. Булькают. Чуфыркают. Сейчас попробую. Выйду, наверное, туда. Вот так вот тут. Вот козлики тоже сместились на пятачки, которые не выгорели. Лежали. А там все сгорело тоже дальше. Даже езди все еще шает. Пеньки сгорели. Вот так вот тут. Что-то, короче, я дошел. Где ток тетеревинный должен быть. Его, похоже, тут нет. Похоже, он сгорел. Тетерева не захотели сюда прилетать. Как бы время вот там сбоку еще такуют. Ну, там то два, то три. Все разброд сидят. Может, конечно, они сюда еще соберутся. Прилетят. Сейчас я дойду до этого места. А может, и уже не соберутся. Последних два года пытался така найти. И как-то они у нас либо развалились, либо у нас вообще не осталось тетерева. Непонятно. Вон там тоже косуля. Пытается куда-то бежать. Я так понимаю, не одна. Ага, вон еще куда-то бегут, торопятся. А вон, походу, кто белый же, кто-то сидит. А это сороки. Сороки такуют. В общем, ладно, иду я дальше. До места дойду. Фотоловушек. Короче, походу все печально. Здесь вот на таком уровне деревья горели метров по 4. Там еще должно шибче было гореть. Но надежда есть.
тоже идут, ищут. Перед ними еще 4 штуки пробежало. Он еще догоняет. Ищут еду. Тетерев слетел, все-таки я проглядел. Дошел. Деток должен быть где-то у них тут возле кустиков. Был бы. Ну вон он сел. Может, еще и соберутся когда-то. Пустыня, короче, у нас тут пустыня. Ничего не осталось. Хотя козлик где-то там ходил. А там он все еще, наверное, горит. Вот так вот тут. Козлик лежит на солнышке, греется. Или козочка вроде. Кругом все выгорело. Лемени. Подходить не буду, пробовать. Судя по размерам, кто-то небольшой. Если даже и не один, там вот, наверное, справа еще. То я думаю, это сигалетки. Может быть, с козой. Они нас шибко не интересуют. Ну, где сыро, как бы, вот, не прям дотла все выгорело, так поверхностно в кусты дало, по кустам он еще козлик побежал, то я видел, вот так вот тут, а еще вербочек нарвать же, вербное воскресенье сегодня вроде. Надеялся, я рога найду. Какие-нибудь хоть. Нифига. Как будто они тоже сгорели. Так-то с ними не везет. С их находками. Но сейчас шансы в разы увеличились. И все равно нет. Зато хоть клещи, может, сгорели. Вот что самое в пожаре хорошее могло быть. Меня не любят. Ну, наверное, все. Мне тут до дома осталось 2 километра, наверное. 2,5. Может быть, конечно, еще кого поснимаю. Ну, так, пока вот так.